Борьба за власть в 1929-1934 годах. Первая арабская. Платформа Сырцова, платформа в кавычках. Второе. Группа Смирнова. Третье. Группа Скрипника. Второе римское. 17-й съезд ВКПБ и его решение. Убийство Кирова 1 декабря 1934 -го года. Третье римское. Чистка под руководством Егоды. Четвертое. Новая конституция СССР 1936 год. СССР-социалистическое государство рабочих и крестьян. Первое. Процесс по делу о кавычки, параллельном антисоветском троцкистском центре. Наиболее важные фигуранты. Это в скобках. Пятаков, Сокольников, Радок. Второе арабское. Процесс по делу антисоветской троцкистской организации в Красной Армии. В скобочках. Наиболее важный фигурант Тухачевский, Якир, Убаревич. Репрессии в армии. Третье. Чистка в наркомате иностранных дел и развед органов. Четвертое. Процесс по делу, кавычки, антисоветского права блока. Наиболее важные фигуранты. Бухарин, Рыков, Егода. Пятое. Первая массовая депортация по этническому принципу. 200 тысяч корейцев с Дальнего Востока переселили в Среднюю Азию. Шестое, в кавычках, Беревская вот теперь тире, в кавычках, естественно, борьба с ежовскими перегибами и новая чистка, 39-й год. Седьмое римское, 18-й съезд ВКПБ, март 39 -го года. Восьмое римское, операция «Утка», убийство Троцкого, 40-й год. Девятое римское, Бюрократизация партии, установление полного партийно-государственного контроля над всеми сферами жизни, начало активного роста социального неравенства между верхами и низами в СССР. А никому не приходит в голову одно произведение нашего знаменитого детского писателя, где фактически, просто мы не смотрим обычно на это произведение под этим углом, где впервые просто показано, как в советском обществе, даже уже на уровне детей, в 1939-1940 году, шло активное расслоение. Никому не приходит в голову. Оп. А? нет, я из Степа какой-то. Ну что вы. Подсказка. Аркадий Гайдар. Какая вещь? Кто вообще читал Аркадия Гайдара? Поднимите руку. Что читали Аркадия Гайдара? Что? Я именно это имею в виду. А что кроме Тимура и его команды? Что еще читали? Как его? Так, кто 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 читал, кто помнит? Значит, вообще Гайдар это очень интересный Аркадий Гайдар очень интересный социальный, так сказать, писатель. И когда нам говорят про его внука Егора Гайдара, Егор Гайдар реально не имеет никакого отношения к Аркадию Гайдару. Дело в том, что Аркадий Гайдар, когда женился на своей жене, у нее уже был ребенок, которого они потом переназвали Тимуром. И вот Егор Гайдар – это его сын. То есть это так сказать, родственного отношения Егор Гайдар к Аркадию так сказать, не имеет совершенно никакого. Так вот, Аркадий Гайдар начинал с очень интересных вещей. РВС, то есть Революционный военный совет, школа. На «Графских развалинах» есть фильм, кстати, потрясающий, хороший советский фильм, на «Графских развалинах» очень рекомендую. На «Графских развалинах» это советская версия Том Сойера и Геккель Берифин. Это «Мальчики из низов» там, и так далее. А вот «Тимур и его команда». Кто помнит, Тимур, э, он, так вот из какой семьи? И почему Тимур разъезжает на мотоцикле? Потому что мотоцикл в 1939-1940 году это как Роллс-Ройс сейчас. Или так сказать, по Бентли. А почему у Тимура оказался мотоцикл, на котором он ездит? Это что такое? Тимур, из, из какой семьи вообще? Перечитайте эту вещь. Кстати, Гайдар очень интересно начинал вот как писатель, чьи герои простые так сказать, ребятишки, а, кстати, кто отрицательный персонаж в Тимуре и его команде? Там есть отрицательный персонаж детский в Тимуре и команде или нет? Так, кто у нас Тимур и его команду читал? Вы? Кто там, кто там отрицательный персонаж? И с кем враждует Тимур? И почему? А помните, там такой был Мишка Квакин, это такой, так сказать, предполагалось, что это хулиган, но это на самом деле обычный парень из простой семьи. И вот если Гайдара читать под углом социальным, то там очень хорошо показаны э, изменения в обществе. Э, Гайдар очень серьезный социальный писатель. Он на самом деле не детский писатель. Он на детском материале объяснял очень интересные вещи.